нас тут что-то горит. Всем привет, с вами канал Ветер Севера. Мы находимся на пробеге, посвященном снятию блокады Ленинграда. Это 30-й по счету пробег, традиционный. Сегодня тепло, температура около нуля или небольшой минус, но эти пробеги проводились при совершенно разных погодных условиях. В том числе, я помню, был пробег, когда было ниже минус 25 градусов мороза. Есть, проснулась Виктория, все случилось. Ура! Вечно его память. Так, давайте поставимся на фотографию у разорванного кольца. И дальше у нас план такой. Значит, минут через 10-15 часть людей стартует по направлению к станции Ладожское озеро. По пути там можно зайти в музей. Дистанция 6 километров. Так. Значит, кому это много для тех, дистанция Ваганова, да, это примерно 3 километра. Так. Там, значит, будет электричка проходящая. На станции Ладожское озеро электричка, соответственно, идет с кольца. Так. Ну, а кто хочет так гордо своим ходом, пожалуйста, анонсируйте. Мы, наверное, после коллективной водки, да. Сегодняшнее мероприятие было организовано совместно клубами «Велофитер» и клубами «Балтийская звезда». Я являюсь членом обоих клубов уже очень-очень много лет.